считаю, играли мы по, ну, в целом по лучшим, даже по моментам у нас больше было создано. Чуть концовочки, конечно, чуть подсели, и так немножко футбол у нас не получилось к концовке. А так, в принципе, по игре так неплохо играли, содержание моментов много создали, считаю, чуть не забили. Очень активная игра нашей команды в начале второго тайма, да. Много моментов, но при этом, по сути дела, первый момент у Минска, и тут же гол, вот чем можно? Ну, вот такое бывает, как говорится, не забили много моментов, раз, два, три, где-то чуть, не знаю, может, успокоились или что, думаю, ну, чуть концентрации не хватило, и вот нас наказали сразу. Сегодня последняя игра чемпионата, вот можешь подвести итог чемпионата как для себя лично, так и для команды? Ну, как и для себя, и для команды в целом. Сезон вышел, ну, можно сказать, где-то и неплохой, а где-то и есть какой-то осадок у нас. Ну, скажу, что так, ну, можно сказать, неплохо провели. Каждый для себя, там, я думаю, сейчас разберется. И, в принципе, скажу, что чемпионат достойно мы провели. Ну, могли лучше, считаю, конечно. Впереди кубковая игра с Белшиной. Как настрой команды? Да, мы, как бы говорится, еще готовимся, настроены, потому что мы понимаем, что это, можно сказать, и в следующем году продолжать стадию. Поэтому мы очень хотим пройти. Ну, поэтому во все оружие подойдем и будем готовы, я думаю, на 100%.